всем привет. До этого не включалась, что-то никогда, некогда. Разорвали мне рот снова. Сходила порвать рот. Ну нет, доктор на самом деле очень хороший. Ему же нужно подлезть. Я сейчас... Это вообще доктор и Илона помощница. Дала мне таблеточки, чтобы я по дороге выпила, чтобы у меня начал действовать лекарство. Потому что заморозка сейчас будет спадать. И как он... В прошлый раз я ехала до дома, и я в машине чуть ли в голос не орала, насколько было больно. Представьте, я боли-то не чувствовала, конечно же, но это же он сверлил, это как это, дрелью тебе в кость. Плюс там вокруг, плюс еще вот те, что до этого ставил импланты, он сделал открытие, так называемое. Он, короче, открыл там какие-то эти, что-то, как вы знаете, как будто я чувствовала себя, как это робот, машина, у меня что-то там то сверлили, потом гайки закручивали какие-то. Думаю, ну я Лена-робот. Вот. Конечно же, там такое вмешательство. Когда у меня все это бейсбол прошел, так я как взвыла, я до дома не могла доехать. Я искала вообще, чуть ли не орала, искала CVS Pharmacy, либо Walgreens, чтобы мне купить быстрее антибиотики и обезболивающие. Потом выпила, нашла таки. Выпила, так нужно еще подождать, пока подействует. Я тогда вообще как вспомню. На этот раз мне попросила, я говорю, Илона дала мне 4 таблеточки заранее, чтобы у меня такого ужаса больше не было. То, что в машине едешь, и ты ни о чем думать не можешь, у тебя вся челюсть раскурочена. Болит страшно. Все, едем за Евой в школу. Мне даже больше, мне ж тут не больно было, там все обезболило. Мне было больно угол рта, губы, которые прижимали каким-то инструментом прям. Чувствую, что прямо это... болеть будет. И чувствую, как он меня вот здесь держал, но нужно же сделать. И то нужно прилагать усилия, чтобы ему там что-то расковырять про это самое. И ну вот так прям держит эту челюсть вот сюда. Я уже даже чувствовала вот этот вот, как его, лимфоузел. Как он. И в прошлый раз у меня вот такой синячище здесь был. Не знаю, будет на этот раз или нет, но все равно классно он сделал, все супер. Он все до этого сделал X-ray рентген. Как поставил, сделал X-ray. Ну, не он сам, но помощница, но в любом случае он. То есть все проверял. Я ему напомню, ну, через Илону. Я говорю, там у меня же, помните, маленький этот расстояние до носовой пазухи. Она говорит, да-да, он помнит все, тем более он сделал X-ray специально. Так, с очки, маску. CVS приехали. Он говорит, все помнит, все сделает, все этот, знает расстояние. По X-ray. Взяла антибиотики, обезболивающие, еще воду взяла запить. Не взяла ничего поесть, я голодная, она голодная. Поехали, Виталик. На голодный желудок мне антибиотики и обезболивающие пить. Но если он приспичит, я обезболивающий по-любому выпью на голодный желудок. Антибиотики подожду, наверное. Сказали, мороженое надо. Вот, ибупрофен. Почему голова заболела? Может, когда он сверлил, у меня до мозгов дошло. Мозги, может, просверлил. Но доктор Мендоза прям, он вообще доктор. Он прямо каждую секунду тебя спрашивает, ты чувствуешь боль? Ты чувствуешь боль? Тебе больно? Укол делает и извиняет. Ой, I'm so sorry, чуть-чуть. Я же делаю, а сама... Тут не больно было, когда он раскрытие делал, потому что поверхностно делал уколы. А тут в этот зуб и этот, который делал
импланты, ты глубоко. Ой, я один раз прям, у меня слезы аж брызнули, очки на меня надели. А... Ужас, как больно. И потом не больно. Короче, хороший доктор. Очень профессиональный. Тут те импланты мне сделал, у меня все отлично. Смотри, какие большие таблетки. Наверное, одну выпил. И на всю жизнь ничего не болит. Одну выпил и забыл, что такое окружающая жизнь. Как помнишь в фильме «Шесть дней, семь ночей»? Она... Это что, говорит, это мне доктор прописал успокоительный. Потом такая сидит, такая... От успокоительных уже поехала такая. Успокоилась совсем. Они там крушение терпят, а она такая... Я даже пить не могу. Губы-то не слушаются, губа заморожена. Рот закрыть не могу. Ой, ну ладно, сейчас, надеюсь, подействует. Сейчас Евочку заберем, просто опаздываем за Евочкой немножко. Заберем, потом замороженным все поедем с семьей и купим всем мороженое, да? Порадуемся. Хотя так-то вот, честно сказать, мы мороженое не едим. Потому что мороженое – это… Сопли. Зло. Мороженое – это зло. Там много сахара, всякого ерунды. Можно самим сделать мороженое лучше, да? Сливки взбить с ягодками и заморозить в морозилке. Вот тебе и мороженое. А то, что магазинное мороженое, там что только не напихают. Е-321, Е-480, Е-118, Ну и там такие жиры, трансжиры всякие эти, там же ненормальные сливки прям тебе взяли и заморозили. Кокосовое масло. Хорошо, если кокосовое масло. Патока. Кокосовое это хорошо. Кукурузный сироп. Да. Крахмал, эмульгаторы, стабилизаторы. А так мы, конечно же, ну, это исключение из правил. Сейчас когда нам делать мороженое? А тут надо что-то поесть, во-первых, чтобы с антибиотиком. А во-вторых, чтобы, ну, не кровило. Что вам еще сказать? Что еще скажем, Виталий? Нашим подписчикам. Антибиотик, амоксициклин, если я правильно назвал. Короче, каждые 8 часов. 3 в день. Ну, первый раз, когда мне там что-то делали, а мне выдирали зубы, тогда я, типа, что, антибиотики, я не буду пить антибиотики. Когда приспичит, приспичило. Что-то там у меня произошло. Воспаление. А как оно выражалось, я уже не помню. Ну, короче, я побежала, мне там все промыли. Потом сказали, а в антибиотики-то пили? Я говорю, нет. Ну, я начала. Я купила, выкупила. Начала. Я говорю, начала с сегодняшнего дня. Мне надо было с самого сразу пить. И у меня пошло воспаление. Ну, хорошо, я вовремя, говорю, спохватилась. Теперь уже я не жду, пью. Наплевать, как говорится. Уж лучше потом курс пробиотиков пропью, чем воспалиться. Это все-таки голова, челюсть. Там, говорю, сверлили. Сверлом. Мою челюсть сверлили, понимаете? Это же ужас. Мало ли, что там могло попасть. А тут мозг рядом. Мне мозг еще нужен. Да, Виталик? А зрение, все такое. Ну, короче... Теперь все, теперь я научена, пью сразу антибиотики. Ой, губа этот, как будто она у меня оттопырена.
Ну ладно, до следующих включений с мороженым, да? Ну вот, сходила ко второму врачу, гастроэнтерологу. У меня уже тут еще, представьте, заморозка все еще немножко осталась на этой вот тут вот. Ну, видно, что как-то кривенький рот. Ну, ладно. Короче. Ой, тут у меня чего только нет. Видимо, когда слезилась. Ой, я даже не посмотрела. Плевать. Наплевать. Я бабушка говорила. Бабушка моя говорила. Сходила ко второму врачу. Гастроэнтерологу. Дядька такой. Ну, в возрасте уже. Он такой, как кажется, немножко строгий, если мой терапевт такой, он ля-ля-та-па-ля, как дела, чё-чё-чё-па-чём. Вот, тебе сколько лет, а мне столько же, короче, моего возраста. Этот дядька такой, ну, сединой, такой строгий мне показался. А когда человек строгий, всё, если я с тем-то поля, ля-ля-та-па-ля могла говорить, с этим я замкнулась. Мне-то чувствую, что мне же нужно говорить что-то, я говорю. Но чувствую, что путаюсь, все, начала все путать. Слова, цифры, все. А он у меня еще так, знаете, ну, типа, стоит, ждет, когда... Все, я растерялась. Но в итоге, в любом случае, я донесла до него информацию. Я многие слова уже знаю. До этих своих там панкреатит, все это там... ладно, не будем называть эти все слова. Вот, и все ему сказала... посмотрел, ну, в плане, что он живот вот так помял и сказал, ну, про отца я ему сказала, про своего, про его проблемы. Он говорит, надо тебе сделать колоноскопию. Я так про себя думаю, так я же с этим и пришла. Ну, как бы он-то, наверное, об этом не знает, но когда я записывалась там, по-моему, проходила я регистрацию или что, как это называется, я там где-то писала, упоминала. Вот, что я бы хотела колоноскопию сделать, потому что, ну, время уже, как бы, и года. Вот, и он мне об этом говорит, такой, надо тебе сделать колоноскопию. Я говорю, хорошо. Такой мне все объясняет. За день до этого ты не должна там ничего кушать, не должна то пить. Вот. Ну, пить, вернее, должна. Вот, ну, короче, все-все-все эти рекомендации. Еще целую кучу бумаг с собой дал. Вот. И ты, говорит, будешь спать. Ты будешь спать, ничего не почувствуешь. За тобой должен приехать кто-то. Ты не должна ехать после этого. Я такая, опа. Я говорю, ну ладно, муж приедет за мной. Он такой, хорошо. Потому, ну, типа меня нельзя отпускать за рулем, потому что ты будешь сонная. Ты же будешь спать после наркоза. Я говорю, ладно, ладно. Ну вот. А на ресепшн такая найс девушка. Я говорю, тебе все это самое. Вот любое время звони. Любое время там что. Вон мне какой-то талмуд. Вот что нужно будет. Очистить кишечник перед этим. Вам, говорит, в Майами закажете по номеру телефона. Вам на адрес на ваш все пришлют почтой. Это лекарство. Не надо никуда ездить. Вот. Так что... так что вот, через 3 недели поеду на колоноскопию. Ну, хоть что-то сдвинулось. Считаю, я уже где побывала у врачей. Сейчас сделаю это. Я обычно я это не ем, я уже говорила, да? Но сегодня надо. Ой, не знаю, что. Вот видите, в день перед процедурой нужно пить только чай, кофе, чистый куриный бульон или биф бульон, как это, говяжий бульон. Кубик, говяжий кубик и бульон. Это гастроэнтеролог пишет. Такую гадость вообще надо запрещать на законодательном уровне. Ты можешь перед процедурой
потом какие там полипы, какие там эти. Clear juices, ну, короче, разные прозрачные соки. Gatorade, я это опять забыла. Типа как спортивные напитки, а? Да, это смесь электролитов. Попсиклс. Это что это такое? Попсиклс. Это все можно, типа. Какой кошмар. Я таких названий даже не знаю. Вряд ли это полезно. Ну, даже соки так себе, знаете. Сказал, вот, все, пей только воду. Я бы послушалась. Italian ices. Какой-то итальянский лед. И джелло. Что такое джелло? Желе, что ли? Желе по-другому пишется. Что это джелло? Написано no red, no purple. Ну, чтобы не цветные были, даже если соки пьешь, чтобы не были ни красные, ни фиолетовые. Наверное, чтобы не спутать там с кровью, да? Потому что вся краска осаживается в кишечнике. Представляю, что у меня после крашеного вина творится. Смотрите, серо-розовые. Такие, как конфетки, облачка. Вы посмотрите, какая красота. Ой, какие краски. Там уже, ну там тоже ярко, но просто не видно. Из наших окон, скорее всего, видно еще. Сейчас отсюда, с этого ракурса нет, но сзади нас это в Апче. Камера не передает.